Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжим играть Майнкрафт. Это постройки, финальная серия. Да, это пятая серия. Я решил уже наконец-то закончить эту рубрику, да, в принципе. Сегодня я хочу показать две вещи, которые я доделал, да, на этом острове. В принципе, остров, как бы он готов уже, да. Потому что, как бы, уже в прошлой серии он был готов, то есть в четвертой. То есть я просто добавил пчел на сам остров, да. Вот видите, то есть тут видите пчелы, как бы, да, тут тули всякие стоят, да, ну как бы созданные людьми, там типа мной, да, ну и как бы гнездо, якобы как будто бы само появилось, да. Перешел на версию 1.15.2, да, вот видите, 1.15.2. Тут, кстати, FPS немного, потому что, в принципе, наверное, много построек, много мобов, не знаю. Тут FPS, в принципе, сейчас нормально, но потому что я чанки сделал поменьше. В принципе, смотрите. В прошлой серии я показывал вам то, что здесь я, когда заходил, здесь был секретный люк, он как бы остался, но там теперь, наконец-то, в воде кое-что интересное готово. Здесь как бы выход появился, в принципе, я его просто таким сделал, не стал заморачиваться. Вот там уже, кстати, спалился, да. У меня тут нету приближения, потому что Optifine еще не добавили. Он почти уже выйдет скоро на днях, наверное, да, но все-таки. Окей, погнали. Вот наша дорожка, там уже как раз можно вылезти, уже показывал сверху только что, да, и мы как бы плывем, да, плывем. Тут, правда, ускорений никаких нету, можно было как-то дельфинов туда засунуть, вот под эти блоки, да, чтобы быстро плыть, но я как-то не умею это делать, решил не заморачиваться. И мы, ребята, видим как раз то, что я построил купол, да, то есть, смотрите, достаточно неплохо выглядит. Я, кстати, с этим куполом заморочился, когда вышла четвертая серия, и где-то, ну, когда она вышла, когда выходит вообще любая серия построек, я начинаю что-то делать, то есть начинаю что-то строить. Где-то, наверное, после недели, после съемок, я, короче, прям начал заморачиваться и строить этот купол, и все здесь построил. Здесь, видите, вот такой синий купол, да, там вода, кстати, видите, стекло такое, да, то есть, может быть, как-то, а, нет, я здесь, наверное, не сделаю, здесь я не смогу никак, ребят, починить стекло, чтобы оно было более такое лучше. Видите, это маленький купол, типа в большом куполе, да. Здесь видите всякие. Ну, тут рыбок нету, но тут как бы есть морской источник, который не светится, но он есть, да. Видите, вот так вот все выглядит, в принципе, неплохо. И там типа вода есть. Окей, в принципе, вот тут можно посмотреть. Тут типа красиво все достаточно выглядит, да, деревья. Тут уже, если что, ребят, добавляйте сами. Если вы скачаете эту карту, посмотрите что-то. Сами добавляйте какие-то вещи в сам купол, потому что я не знаю, что добавлять, честное слово. Может быть, какие-то там, не знаю, лианы, я не знаю, еще что-то. Ну, то есть, здесь просто такой свободный коридор. Да, в принципе, такое даже в реальной жизни тоже бывает. Часто, в принципе, ну да ладно. Вы сейчас, наверное, спросите, что это за проход. В любом случае, смотрите, то есть я сюда прохожу, типа проход, да, как бы без воды, без всего, капает, правда, это, наверное, минус, ну, блин, ладно, ничего страшного. Окей, мы заходим, и это, типа, маленькая комнатка, уже моя, да, то есть у меня есть деревня наверху, и домики, в котором я там жить могу, да, и вот, типа, моя подводная, можно сказать, база, да. Вот сюда, типа, вход только доступен мне, ну, типа, да. Здесь видите всякие фонарики, все такое. Окей, то есть, смотрите, видите, типа, библиотека. Тут написано, зачем здесь эта книга, Лев 2. Да, это я написал где-то месяц назад, опять же. Окей, здесь у нас картина, здесь у нас рыбки. Аквариум небольшой, да, в принципе, вот так вот это все смотрится. Так, не очень через стекло понятно, ну да ладно. Окей, ящик. Тут у нас, типа, посидеть можно, типа, кухня небольшая. Ну, типа, я не знаю, кухня 8 метров квадратных, окей. Заходим в комнатку, вот такая небольшая комнатка, она вообще, блин, я не знаю, 3 метра квадратных. Короче, здесь, типа, можно поспать, здесь, как бы, просто цветочек. Я ее чисто просто так добавил, вот ее просто так, чтоб просто было. Да, потому что, ну, как бы, приходить вот в эту комнату, и здесь просто какая-то, типа, мини, я не знаю, просто посидеть у аквариума и просто почитать книги, это как-то очень странно. Здесь хотя бы поспать еще можно. Проходим сюда, и мы, как бы, сейчас попадем на рыбалку, то есть наверх, да. Смотрите, у нас такой вот лифт небольшой с помощью подмосток. Да, видите, я поднимаюсь. Здесь можно с четырех сторон посмотреть на красоту. То есть, видите, я поднимаюсь достаточно долго. И как бы я могу на все это посмотреть, на всю так как бы подводную красоту. Вот так вот это выглядит. В принципе, не очень красиво, соглашусь. Но, блин, как бы я честно вот здесь не понял. Ну,
не придумал, как здесь сделать для рыбалки красиво. Но как бы можно, типа, сюда, типа, подниматься, здесь, как бы, рыбачить вот так вот, да, что-то ловить рыбку какую-то. Ну и как бы хорошо, да. Повторяю, кстати, то, что версия 1.15.2, то есть, как бы, ну, на эту версию, короче, если что, скачивайте карту. Я, в принципе, думаю, что ее мало кто скачает, может быть, вообще никто, потому что сейчас у меня актива нету, ну да ладно. В любом случае, думаю, как бы, эту серию, может быть, побольше посмотрим, потому что финальная. Да, что-то ХП здесь, правда, падает немножко. Давайте немножечко побольше поисовку сделаем. В принципе, ребята, мне больше нечего комментировать, то есть я построил купол, то есть, в принципе, я все закончил. То есть я закончил свои постройки на этом острове, да даже не только на острове. То есть вот это, видите, такая местность, да. В принципе, красиво. Единственный минус моей карты, и что я не доделал, это то, что здесь, видите, резкий обрыв. Я обещал в четвертой серии то, что я доделаю обрыв, но, ребят, к сожалению, я этого не сделал. Потому что ушло бы несколько часов, не стал заморачиваться. То есть, видите, здесь есть вот такие обрывы. В принципе, ну... как бы в реальной жизни такое маловероятно, потому что, смотрите, тут, ну сколько, наверное, 20 метров, наверное, просто вниз. Ну, это как-то очень странно. За это, правда, извиняюсь, ну, как бы, да. Единственный минус, то есть, реально, вот здесь еще хотя бы более-менее нормально все смотрится. Вот это, кстати, тоже я делал, по-моему, немножечко добавлял блоков. А вот здесь, в принципе, ну, тоже, в принципе. Ну, вот здесь, конечно, не очень. Здесь, видите, просто стенка 40 метров вниз. Да. Окей, в принципе, вот как-то так. Кстати, смотрите, белые медведи еще есть. Да, ну типа лес, видите, зимний такой немножко. Вот так вот это смотрится. В принципе, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Как бы, ну, больше нечего я накомментировать. То есть я, на самом деле, постройки, это крутая рубрика, мне понравилась. То есть, надеюсь, вам тоже. В принципе, рубрика Яна неплохо так заходила. Но я решил уже все-таки последнюю серию заснять, потому что, ну, как бы пора. Я не хочу сейчас еще месяц там тянуть. Просто закончу эту рубрику, и я обещаю то, что второй сезон рано или поздно и будет. Только, возможно, с модами, возможно, на 1.16, потому что там куча новых блоков для построек, да. Пчела на меня посмотреть захотела. Окей. Всем, ребята, спасибо. Сейчас, кстати, пчела, по идее, на меня сядет или нет? Что-то не хочет на меня садиться. Они в снапшотах когда-то садились на меня. Это можно посмотреть, 5 месяцев назад была такая серия, да, у меня. Я типа, они прям на меня, на голову садились, по-моему. Короче, всем спасибо, всем пока, все, пока. И увидимся уже в новых роликах, я сейчас буду готовить что-нибудь крутое, там, время хардкора записывать, выживание в Майнкрафте, возможно, да. 4 месяца я не записывал, я записал первую серию второго сезона и все, и забил. Ну, как бы, на самом деле, эта рубрика, она уже, как бы... уже второй сезон как бы никто не смотрит, поэтому как бы ничего страшного. То есть если я начну, то я начну прям много снимать. Там, я думаю, там сей 3 засниму максимум и все. Просто убью эндер дракона, ну и все, да. Друзья, всем спасибо, как бы, кто меня смотрит до сих пор. Всем пока и удачи. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.